Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон Йолни Фирст. Всем привет. Мы продолжаем играть Dead Island Riptide. И, как всегда, быстренько бежим на задание 500 метров. Да. О. Я уже боюсь этого места, чтобы опять меня сюда не скинули. Да, главное держаться тебе подальше от него. Так. У тебя просто тогда тяга. Ну да. Так, 408, ничего себе. Нам, наверное, вот куда-то сюда. Да, пешком будет добираться тяжело. Да, я как раз тут машину где-то вижу. Да, кстати, мы и оставляли, помню, где-то тут. Да, она уже пропала, наверное. Этого не трогаем, этот громила. Оу, этот вообще какой-то. Ух, тихо. Так, все, немножко я... застрял в ящиках. Давай. Уже, все. Тут так, я знаю. Сзади. Так, машина, можно, в принципе, вот, будет обыскать. Налево, тут машина. Давай обыщем побыстренько потом. Ну, давай. Я понял. Ты обыскивай. Да, нам как раз вот сюда и нужно. Мы правильно бежим, давай. Так, подожди-ка. Есть алкоголь. Замечательно. Я, кстати, использую аптечку, чтобы заправить немножечко здоровья. Так, этого... Так, здрасте, зомби. Может, найдется что-то полезное? Ух ты, вот это вот криты. У меня в замедленном так пошло. Просто не дал парням шанса. Так, и еще, ух ты, по $272 в ящиках, не зря, собственно, сюда пришли. Так, ну что, садимся в машину и можно, в принципе, валить с этого места. Нет, я вижу алкоголь, подожди. Можно выпить. Я наружу подожду. Хорошо. Энергетический напиток, замечательно. Так. Вижу тебя. Так, помочь с этим. Отлично. Так. Побежали. 40 метров до машины и потом быстренько. Да. Лучше пожертвовать немножечко времени. Ну да. Так, вижу машину. Даже их тут две. А, нет, та поломанная. Кстати, я этого убью. Давай. Они жрали, тут тело. Так, подожди, у меня просто энергии на нуле. Вот так вот все. Так, ну, давай быстренько. Давай. И вообще нам до самого конца вроде туда. Угу. Сейчас даже посмотрю. Так. Ты, короче, смотри на карту, я буду вести. Да, я понял. Как это, штурманом. Так, ну что, карта. Ну я вижу, в принципе, мы едем по прямой, в принципе, по одной дороге. Так. Едь, прямо. Стоп. Сейчас налево. Так, а, да. Налево. Я даже по мини-карте нормально ориентируюсь. Ага. Ух ты, нужно, чтобы она стекло разбила. Это ты сам разбиваешь или она? Не, автоматом? Она сама. А, ну тогда. Так, посмотрю я на карту. И мы практически добрались. Да, нам сейчас по прямой и нужно как-то вылезть. Видишь, какая-то преграда есть, если я не ошибаюсь, да? Да, преграда — это мост. В принципе... Ух ты, вылезем. Режущие умения 3. Так. А там, знаешь, чем более уровень... Прогресс, уровень, мёртвый то... тут. Да. Тогда больше всяких, возможностей. Да. Ух ты. Сила ударов этого, конечно, зачетная. Сейчас я посмотрю, что у меня выросло. Ух ты, перелом сделал чуваку. У меня третий еще уровень. Один перелом. Режущих о, да. Имени. Так, я посмотрю, что ну там. Что, бежим? Да, он с переломом даже ходить вот еле может. Так, подожди. Угу, заберу лут. На мосту. Ух, еще один перелом. Забил волка. Так. Можно собрать. Да, в принципе, пошли. Я готов. А мы тут... Нет, мы тут не были. Были. Это самое начало, где а, мы лагерь защищали. А, да, лагерь экстремального туризма. Помню, я еще тут упал. Да. Маркус хочет с вами поговорить. Да. Точно, ты прав. Побежали. Да, мы еще тут сражались, и кто-то подконнектился к нам. Ага. Пом. Так, глава пройдена. Отлично. Я знаю, среди вас есть люди с иммунитетом. Выходите вперед и воздайте хвалу богам. С вашей помощью мы победим зло, которое поразило Паланай. Вы ключ, который может спасти человечество. Какой. Билл, вы сейчас... Музыку громче, чем его слышно. Ваш иммунитет исцелит нас от этой чумы. Если вы не пожертвуете собой ради всеобщего блага, вы все пройдете испытание огнем. Мы усилим вашу плоть и обеспечим будущее человеческой расе. Бывает. Да, босс какой-то, значит. Сейчас да. Будет кидаться. Кстати, это впервые нам попался. Харлоу, вы меня слышите? Так, новый уровень.
Твою дивизию, все горит. Ух, и на нас нападает Забари, видишь по... Да. Так, срочно возвращайтесь. Где этот сумасшедший? Сила Орды. Так, они уже... Вот они, смотри. Угу. Главное, чтобы они... Но они горят. Просто добивать, добивать нужно, и все. Так, я им переломы ставлю, и... Так. Бегут. Так, есть. Так, сила Орды. Нужно еще, да, в принципе. Еще, смотри. Подожди, нам нужно защищать Орду, да? Если я не ошибаюсь. Защищать Орду? Нет, убивать зомбарей. Все, врубился. Так. Ух ты, это их будет много, я так вижу, да? Да? По статусу. Мне тоже так кажется. Смотри, вот тут. Да-да-да, вижу. Все, я вижу. Так, у меня энергии на нуле, сейчас я немножечко подкреплюсь. Еще, потому что... Закуска. Так, энергия быстро восстановилась. Так. Вижу, ты тоже отлично. Ух ты! Мы уже столько убили зомбарей, а сила Орды такая же. Да. Я же говорю, что, в принципе... Просто мне казалось, что сила Орды это как-то нашей Орды. Нет, это как бы сколько их бежит, вроде. Да. Зомбарей. Так, ну тут жарко. Согласен. Так. Давай. Я помогу, ты отходи. Ага. Главное, что своих тут нельзя коцать, и поэтому... Да... Подохни. Сумасшедшая. Да, сожалею я теми людям, которые превратились. Ведь это тоже были люди когда-то. Сейчас я этому помогу. Теперь это просто... Все? Ну как бы две полоски мы отбили, да? Еще, ну, я думаю, это все еще впереди. А, покушай тут, смотри. Нет, как раз мне нужно. Как теперь людям тут жить, смотри, все сгорит. Тем более все. Смотри, все крепление бегает. Деревянное. Представь, да? Так. Я помню, где смотри, 9 метров, был. То есть нужно убить вот это вот. Зараза. Так. Ух ты, энергии на нуле. Так, спокойно. Давай, валим вот этих. Отлично, у меня, похоже, нужно справить уже оружие. Так. Угу. Отлично. Добил, даже с поломанным. Еще. Отлично. Еще одна полоска почти что. О, толстяк, вот начинают боссики. Ух ты. Так, это будет трудно. Так, ну что, Left 4 Dead, нужно как-то его обмануть, что ли? Но это будет несложно, потому что он обычно, как в Left 4 Dead, слабенький, так и тут. Ух ты, я бы не сказал, что тут он уж такой. Да не, блин. Так. Нас просто много, и... А так, когда он ударит, лучше не попадаться, я только что... Все здоровье потерял. Так. Ух ты. Пошел вон. Отлично. Ух ты. О, я тоже. То же самое. Я даже умер. А нет, еще не умер. Так, нет, уже умер, да. Охренеть, сколько их. Так, да, это просто кошмар какой-то. Нужно как-то, не знаю. А, сосредоточиться. Так, если бы у нас что-то было, вроде бы коктейлей Молотова, мы бы легко могли все это отбить дело. Тут боссики уже начинают ходить. Да? Да. Ну, понятно, смотри, уже как бы половина почти. Так, тихо, не подпускай вот этого вот. А, это ты не возле меня, да. Так, ух ты, сзади. Толкнул меня еще, представь, просто в огонь. Да. Так. Лежать, тварь. Этого босса нужно было. Вот, все, замечательно. Тут я покушал немножко. Так, где этот босс? Я его не вижу. На меня посмотри. Ага, я вижу. Этого босса. А это серьезный, да. А, видишь, я ему урон нормальный наношу, и он сразу поворачивается ко мне почему-то. Так, он одним ударом бьет, в принципе, да? Так, у меня подожди. Перелом. Так. Давай. Ах ты! На тебе. Отлично. Просто не оставляем ему шансов, он крутится по сторонам.
Так, давай с другой стороны заходи, я пока его отвлеку. Жирные какие-то. Да-да, жилистый очень. Мочило 800 тысяч у меня. У меня практически все заполнено. А ну пошла вон. Сейчас я тоже на меня согрелся какой-то. Так, я его почти добил, в принципе. Можешь не волноваться. А, он головой бьет уже. Я понял, потому что ты ему перелом рук сделал, видимо. Давай добиваем вот этого. Да. Это самый такой. Так, жилистого убили, да? Да. Так, давай я покушаю что-то, наверное, потому что... Короче... Вообще, жарко что-то. С начала серии, да? Да. Такая жара. Тут еще один. Оу, так, я вижу. Вас, ребята, спешу на помощь. Так, у меня поломалось оружие. Короче... Пожалуй, я сейчас возьму... утомляющий молоток. Я перебью вот этих... не очень сильных, так. Знаешь... Да нет, они будут лезть и лезть, поэтому ты лучше не заморачивайся. Лучше перебивать вот таких вот сразу же. Так. Так, вот он один остался, сейчас все на него. Да. Давай, по 613, неплохо. Тут можно починить оружие, да, где-то да, наверху? Да. А, я побежал к верстаку, вы, надеюсь, справитесь, да? Да. Так, ну уже, подымайся. А. Так. Надеюсь, справитесь, я пока к верстаку побежал, мне нужно срочно отремонтировать, тогда мы сможем в два раза быстрее все это дело. Ух, да. Еще последнее вроде вот это осталось, мне так кажется, волна. Да, это сейчас самое жесткое будет. 100%. Мне кажется. О, теперь по 600 у меня, по 900 критов, нормально. Угу. Так. Спокойно. Ну что там? Так, ну тут, получается, выбежали зомби. Смотри, я их буду вот так убивать. Так, я тебя не вижу. Вот так сверху прыгать, знаешь? Ты с одного да, я понял, но это будет очень долго. Ну, почему-то, да. Мне кажется. Так, у меня энергии на нуле. Плохо, закуску пока не буду тратить. Так, сзади. Так. Есть еще. По 449, отлично. Так, закуска. Замечательно. Так, я вижу, спешу на помощь. Отлично. Так, сейчас будет скоро последняя волна, смотри. Я думаю, там... Так, босс. Нужно жердя его убить. Да. Он самый такой... Какой-то... Да, я вижу. Я понял, что ты хотел сказать, поэтому... Так. Ну уже почти, что убили. Да-да, я ему спину просто ломаю сейчас. Есть, плюс 631 опыта. Так. Тихо-тихо, что там? Да, что случилось? Напал так сзади. Да. И постоянно с этого места выбегает. Ага. А я пошел на вторую сторону, проверю, вдруг там тоже у наших есть проблемы. Да, и крупные проблемы, смотри, тут босс. Еще один. Это жердяй, да. И они уже с ним давно борются. Так. И, ух, это какой-то очень нереально сильный босс. Да. Ну вот жирный тут еще остался. Пельгун. Смотри, на карте он даже каким-то другим цветом. Так, да нет, в принципе тот же. Даже по силе он как-то ни о чем. Он просто что блюется, сволочь. Нужно ему порту бить. Так. Подбегаем. Иди, иди, иди к папочке. Сейчас мы с тобой быстренько справимся. Ух. Так. Оу. Так. Так, ухайлоу себе аптечку. Так. Есть. Все, отлично, убил я жердя, я сам. Вот сейчас вот этот какой-то нереальный. А, да, этот просто кошмар, я знаю, жилистый. Я пока убил жердя, потому что нам бы было вообще... Ну да. Так, ну это последний, да, это последний из волны. Самый, это, короче, самый такой босс. Да, согласен. Так, мне нужно срочно побежать к верстаку, потому что у меня вновь крита мало. Давай. Так, сейчас мы быстренько справимся с ним, надеюсь. Так. Так, смотри, я сейчас...
возьму где-то пистолет и просто подожду. Оу, вот это вот у него сила удара просто нереально. Так, приходится аптечки использовать. Давай. Да, он еще поджегся, отлично. Да не, это я его поджег с пистолетом. И он упал туда же, в костер. Так. Охренеть он. А, у него длинные руки такие, просто кошмар. И очень быстрый. Да. Нужно его как-то... Да что ж... Так, у меня можно прокачать какой-то скилл новый, но я не буду заморачиваться пока на таком моменте, да. Так, все, он на меня агрится, я там криты. И главное дело в том, что даже по 70 всего лишь, да, отнимает ему. Давай, кошмар. Уже почти. Давай. Захарил уже этот чувак. Да, все, замечательно. Он меня капут. Успели так убить его. Ух. Надеюсь, все. Да. А то уже, если честно. Да, Мочилова. Кто там с бензопилу? А, это... Ё-моё, смотри. Так тихо-тихо, отойди, чё-то потому что может еще рвануть. Что-то мне как-то... Я не так, знаю. Давай, я, пожалуй, покушаю. Закуска. Воу! Пока. А, это, видимо, помощь пришла, да? А, я уже думаю, что-то... А, девушка, да. Валите лучше, это уже захарили. Давай. Нужно было еще подпереть чем-то двери, чтобы хотя бы на чуть-чуть задержать их. И что нам теперь делать? Продолжаем действовать по плану. Покажите карту. Сейчас все Боже, сюда пришли. Это она и есть. Угу. Ну и бардак. Судя по всему, это входы. Но они оба находятся в затопленных районах. Это так? Да. К этим входам не пройти. Я не исключаю этой возможности. Они могут пригодиться. Здесь живет Кеслер. Возможно, ему известно что-то о туннелях. Он и Вилла ведь вместе работали, так? А что, если он такой же псих? Кеслер не Вилла. Он настоящий ученый. Если он до сих пор жив, уверена, он поможет. Меня прислали на консультацию с ним. Он годами изучал эту болезнь. Опубликовал работу на эту тему. И если кто-то что-то знает об этих катакомбах, так это Кеслер. А раньше почему об этом нельзя было сказать? Потому что Вилла сказал, что карта у него, и я даже не знала, жив ли Кеслер. Слушайте, если вы слишком боитесь, я пойду одна. Слушай. Если Харло говорит, что он нормальный, надо с ним поговорить. Воу какой, да? Да. Ну, можно остаться здесь и оторваться как следует, пока еще время есть. Да, ты так и сделай, Уэйн, а я пойду. Ну что ж, пора к Кеслеру. Ладно, видимо, придется отрыв устроить в другом месте. Ну что, еще можно вот это... Да, можно, в принципе. Согласен. Так... Я пойду все отремонтирую, что у меня есть. И то же самое. Так, потому что я одной биткой пользовался. И пока куплю у Мэгги парочку. А, ёлки-палки. Я нечаянно, походу, да, еще дополнительное задание нажал. Ну да ладно. Это не обязательно выполнять. Ну да. Модернизация. Так, возможно, позже я нажму. Чего? Говорит мне, значит, вам тоже на меня наплевать. Хм. В принципе, не будем, да, дополнительное выполнять? Не-не-не-не. Хорошо. Да, действительно, потому что друзья это... Фу, так, все. Понял. Все модернизировал. Я думал, у нее можно... Ух ты, смотри, я себе... Зачарил вот это. Ну как зачарил? Это уже с другого немного зачарил. Так, а можно, да, как-то модернизировать что-то и более лучше сделать? Она у меня, короче, сейчас ядовитая. То есть урон еще от яда идет. Стать. Генри склад. О, тут даже на... А, вы хотите создать модификацию гвоздь, используя надежная канаба? Да. Так, есть. Модификация колючка. Самодельный мачете. Яд, атака по области. А, все, в принципе, создали. Так, сейчас я продаю тут все, что можно. Ух ты, у меня, смотри, с гвоздями. Да, битва да. Моя. Отлично, сейчас еще отремонтирую. Отремонтировать и гвоздь канамба. Да, теперь у меня он называется гвоздь канамба. Угу. Это, представь, еще будет больше урона наносить. Так, модернизирую. Ну, в принципе, я только этим пока пользуюсь. А, больше ничего
не нужно. Так, где аптечки? Можно у Мэгги купить, да? Угу. Там сверху где-то. А, сверху, а потому что я думал, Мэгги. Ну что, я разговариваю с ней или нет? Подожди. Подожди. Я сейчас хочу еще аптечки, да, купить. Угу. Так. Торговать. А, купить, и я, пожалуй, куплю аптечки. Угу. Смотри, знаешь, я вот что подумал. Давай, в принципе, все скупимся, да, починим, потом начнем же серию, потому что как-то, да? В смысле? Ну, мы вот, смотри, скупляемся, да, это как-то и не серия такая вот получается. Да, в принципе, мы еще вот эту не закончили. Да? Ну. Блин. Да, в принципе, все нормально. Так. Угу. Оль. Да все, так. Я тут жду. Средняя аптечка. А, да, в принципе, можно. Я что-то тут скуплю. Да, аптечка. Все, замечательно. Так, все. Чтобы быстро переместиться к группе, нажмите. Так, все, замечательно. Угу. Так, ты можешь нажимать, в принципе. Давай. Так. Я знаю, я умение пока прокачаю. Так, ты нажимаешь, да, там? Да, или да, что? Она уже там. А, потому что я, собственно, умение прокачал. Он сделал несколько серьезных открытий о мутации вирусов под воздействием внешних факторов. Да, он человек несколько эксцентричный, но в наше время мы все этим грешим. А что, если вы ошибаетесь? Судя по всему, он много времени провел в одиночестве. Поверьте, он хороший человек. Он и мухи не обидит. Отправляетесь? Ну да, сразу же. Да, в принципе, да, можно. Нам дадут гарпун. Угу. Сделаю все. Так, возможно. Неплохо. Стреляющие. Так. Стреляющие у нас будет впервой. Да. Так. Ну. Еще давай. Одну или? Да. Да, там, в принципе, то, что далеко бежать, давай. Мне кажется. Ну а сколько мы минут сняли? Да не знаю, если честно. Ну, тут очень-очень мало мы сняли, поэтому давай, в принципе, побежали. Так, сейчас, секундочку. Нашел, да. Так, ну что? Так, я сейчас иду. Торговать. Да, в принципе, можно. Ща. Ну все, давай. Да, пошли. Поехали. Через двери. Выходим где-то вот туда. Угу. Так, 363 метра. Сейчас я на карте посмотрю, куда нам. Хорошо. Да я, в принципе, и так немножечко знаю. Так, главное, опять не упади в это место. Нам прямо так. И направо. Ух ты, как оно бьет-то сильно теперь у меня. С гвоздями. Ага, вижу. О, да. Так. Что, здравствуйте, дамочка. Не хотите получить? Так, все. Побежали. Лично раскомсали тело. Сейчас нам, походу, направо нужно будет. Угу. Так, ну да, в принципе, я даже так ориентируюсь. Направо. Сейчас главное никого не трогать. Ну да. Что тут так. У нас? Вот этих бешеных только. Да. Вот один отдых я заметил в этой игре, это когда мы приходим в этот лагерь, да? Ну да. В принципе, в остальном мы просто... Бежим напролом, да и все. Тут, не знаю. У меня много оружия в крови, оно очень быстро как-то портится, но оно очень эффективное. Так, есть. Так, подобрал. Еще и это тоже. Да, крепкие гады. Все, наверх. Тут, по-моему, машину мы оставляли когда-то, помнишь? Да, если она не пропала. Ух, жалко, очень жалко. Так, подобрал все. Я даже не знаю, куда нам. В какую сторону. А, так, ну, в принципе, если... смотри, сколько даже... Вот, в принципе, смотри, за мной сюда. Это по-любому. Нет. Да. А смотри, тут машина есть. Иди сюда. Ну, да, в машину нужно, но нам развернуться нужно будет. Так, я за другое. Сиденье сейчас пересяду. Ух, на тебе уже бежит. Так. Я отсюда выйду. Давай, сяди за водительское. Да, я вот сяду назад. Окей. Так,
чтобы так, не мешали. Так, я посмотрю, кстати, все, что тут есть. Так, ну а тут есть что-то очень хорошее. Так, не могу никак залезть, тут даже и прыгать не нужно. Он и так, да, зайдет, я как дурак прыгаю, прыгаю. Так, есть, есть алкоголь. В принципе, ресурсов у нас достаточно. Поширили нас разработчики. Все, давай, газуй. Поехали. Да, можно было, в принципе, и туда, и там была тропиночка, я видел, но... Да, на машине. Да, в принципе, бензина тут нету в этой игре, да? Еще и опыт заработаем. Да, дави их просто, и все. 185 метров, прикинь бы, сколько бы мы бежали. Да, через вот это все. Так, 100 метров уже. То есть... Опять же, разработчики говорят, идите пешком, ребята, да? Сейчас да. Придется нам. И тут мы уже были. Да. Ну, карта, как я и говорил, уже маленькая. Кстати, да, мы тут завершали серию, если ты помнишь. Глава, да. Глава да, 4. Главы первый. Да, сейчас глава 4 у нас идет. Вот тут. Так. Как я говорил, помнишь, что я проходил эту игру. Да. И у меня было такое... Только без спойлеров. Да, да, не-не-не, я просто то, что говорю. Когда я проходил эту игру... то да. Я дошел вот до этого места. И когда начало главы, я зашел в эти двери, у меня, короче, все было белое, я ничего не мог делать, я просто прекратил играть в эту игру. Ну, я то есть, понял. С этого места я даже не знаю, что. Сейчас, тут. Надеюсь, такое не будет у тебя? Да, это было на Xbox. А, ну, в принципе, давай, открываем. Ну и если мы главу закончили, можно главу 4 начать со второй серии. Да, ну сейчас давай уже. Да, посмотрим сюжетную линию, что загрузится, там. Загрузится, что тут. Новости науки. Так, это, в принципе, это, походу, есть. Сейчас, секундочку. Ух, даже карта не показывается, смотри. Да. Да ладно. Давай, в принципе смотри, на... какой блокпост, да? На этом давай закончим вот тут, в принципе. Да. И продолжим же отсюда. Все, ребята, с вами был Эдисон и OnlyFirst. Всем пока! Всем пока!